Эй, граф, ты уверен, что нам нужно идти в парк? У меня в последнее время генератор полей сильно глючит. Да, совместим приятное с полезным. Всех обратим в темных волшебников. А агентов Федеральной службы времени временно нейтрализуем. У меня генератор полей глючит, я не могу нормально выставить время. Да перемещай уже, потом разберемся. Это Cool Kids. Крутые детки. Привет, меня зовут Ксюша, и я из команды крутых деток. Cool Kids — это первый детский художественный YouTube-сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Пишите свои школьные истории в комменты. Можно реальные и выдуманные. Самые интересные лягут в основу наших следующих серий. Автор идеи этого эпизода — волшебные игры и Радик Ник Медзянов. Ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в будущем. Девочки, а это чей телефон у меня в руках? Теперь я могу провожать тебя домой? Теперь да. Теперь я понимаю, что все это по-настоящему. О, в классном чате сообщение от Вовы. Странно. Дети, добрый день. Сегодня урок географии пройдет на свежем воздухе. Сбор у входа в Парк Победы в 11:00. Что-то как-то подозрительно. У нас ни разу не было урока на свежем воздухе. Слушайте, может быть, это и не Вобла вовсе? Может быть, у нее телефон украли и кто-то решил нас пранкануть? Не, я не пойду. Не хочу Вобле на глаза попадаться. Она тогда тебе точно двойку поставит. А Даниле пофиг. Одной двойкой больше, одной двойкой меньше. А не надо было мой слайм учебник класть! Тебе еще и новый учебник мне покупать будешь! А не надо было слаймы в школу приносить! И вообще, со стукачками не разговариваю! Ребят, пойдемте уже, времени мало осталось. Куда это они? Надо за ними проследить. Денис, я тебя сейчас догоню, мне нужно кое-что у Эграфа спросить. Эграф, у меня есть к тебе дело. Эграф, ты уверен, что нам нужно идти в парк? У меня в последнее время генератор полей сильно глючит. Скорее всего, наши суперсовременные техники могут мешать помехи в местной атмосфере. Это же 21 век. Они свои Wi-Fi везде напихают, вот они и фонят, даже в лесу. Если мы провалим задание, нас уволят из ФСВ. Да хорошо, если просто уволят. А мог же еще стереть память и оставить в этом времени навсегда. Ну уж нет, в этом времени нет ничего интересного. Ага, за исключением Денис. Может быть, я его с собой заберу. Фу, размечталась. Так кто тебе разрешит это сделать? Так, отлично, все подтвердили, что получили мое сообщение и поняли, что урок будет проходить в парке. Ну что, голубчики? Давайте, давайте! Сейчас я вас угощу своим зельем. Да, совместим приятное с полезным. Всех обратим в темных волшебников. А агентов Федеральной службы времени временно нейтрализуем. А вот он и знаменитый 6-й, а? Здравствуйте, Вальдемар Юрьевич! Здравствуйте, Виолетта Борисовна! Добрый день, дети! Здравствуйте, ребята! Ну что, дети, начнем урок. Тема сегодняшнего занятия – это изучение зоны летнезеленых, широколиственных и мелколиственных растений на примере нашего города. Мы находимся в Парке Победы, который располагается в лесу Кругленький. И
сейчас отметим, преимущественно какие растения здесь растут. А чтобы вам не было скучно, я принес с собой конфеты. Налетай! Походу, у них ничего интересного. Ну ладно, еще чуть-чуть послежу. Что-то в область Дуревичем совсем подозрительное. Конфеты притащили, всех угощают. Вальдемар Юрьевич, а я дома позавтракала. Мне теперь или пить, или есть можно через 2 часа. Я на правильном питании. Катя, ну что ты? Эту конфету можно есть. Здесь никаких калорий. На, вот попробуй. Ну ладно, попробую. Я поняла. Владыка Вальдемар и магистр Виолетта хотят всех превратить в ведьмочек. Это гениальный план. Отлично! Застыли! Как я вас всех ненавижу! А вы почему не застыли? Вы же съели конфеты. На нас ваша магия не действует, Вальдемар Юрьевич. Мы из другого времени. Агенты ФСВ в моем классе. И как я вас проморгала. Какой ужас. Соня, пока они не обратились, срочно перемещай нас куда-нибудь. Я включаю защитное поле. У меня генератор повигличит. Я не могу нормально выставить время. Да перемещай уже, потом разберемся. Они опять нас опередили. Кто теперь завершит обряд превращения? Владыка, но я же все предусмотрела! Я не ожидала от агентов такой прыти! Владыка Вальдемар, магистр Виолетта. А ты что здесь делаешь? Сгинь, только под ногами мешаешься. На пижамной вечеринке я добрала генератор полей у агента Федеральной службы времени Ксении. Вот он у меня. О, так тут есть карта с отметкой, в какой эпохе находится тот или иной агент. Можно переместиться к ним и завершить обряд. Да ты ж моя умничка, да ты ж моя ведьмочка любимая! Не понял, а где Вобла? Урок уже закончился? Она что-то про деревья рассказывала, а потом мы вроде по конфете съели. А потом они куда-то ушли. Короче, куда делась Вобла, не ясно. Ей надо позвонить. О, офигеть, у меня сеть не ловит. Кто-нибудь, наберите Воблу. Я не пойму, мы что, заблудились и далеко ушли от города? У меня почему-то телефон и GPS не ловит. Может, ребятам стоит знать правду? Подожди, мы потом все всем объясним. Какую правду? Вы о чем? Я тебе потом все объясню. Доверься мне. Ребята, давайте уже пойдем. Мне кажется, город в той стороне. Где это мы? Что, реально динозавры? Офигеть. Пацаны, осторожно, еще динозавр! Смотри, там девчонка! Ты это, зверя своего успокой. Не бойся, мы ничего плохого не сделаем. Мы просто познакомиться хотим. Ты здесь живешь? Как тебя зовут?
Я Тимофей. Ксю, Ксю. Тебя зовут Ксю? Ксюша, значит? А это твоя зверюга? А можно к нему подойти и погладить? А у меня две собаки живут. Их зовут Бандит и Бублик. Рекс, Рекс. Я Никита. Я Макс. Я Данила. Ксю, Ксю. Ты первобытный человек? Да она не понимает, что значит первобытный. Ксюша, ты тут живешь? Вы что, совсем сдурели? Отойдите от него, он вас сейчас сожрет. Вообще, вас все ищут. Все наши на соседней поляне решают, как будем выбираться отсюда. Ксения? Из 146-го параллельного класса? Это ты? Ты что делаешь в этом времени? Эльграф, я когда за вами сидела, думала, обозналась. Наконец-то я спасена. У меня было задание в 2019 году, но у меня забрали мой генератор полей и закинули в это время. Я здесь уже 4 месяца. Ребята, вы друг друга знаете? Ксю, ты умеешь говорить по-русски? Что вообще происходит? Ребят, мы вам потом все объясним. Пойдем найдем наших. Ребята, успокойтесь, мы попали в прошлое, потому что вас надо было спасать от Вобла и Дуревича, так как они злые волшебники. Серьезно? Реально? Какие? Злые волшебники? Ты что, им уже рассказала все? А это вы кого с собой привели? Спокойно, она из наших. Она училась со мной в параллельном классе. Короче, Вобла и Дуревич хотят открыть портал для вторжения злых волшебников. И только мы можем их остановить. Но вы съели волшебные конфеты и скоро станете таким же, как они. Мы – агенты из будущего, Федеральная служба времени. Сейчас я перезагружу генератор полей, и мы пытаемся вернуться в наше время. Ну что, гаврики, попались? От нас вы нигде не спрячетесь. Да как же вы задолбали! Вон она, эта мелкая, которая украла мой генератор полей! Да перезагружайся скорее, блин! Сонечка, что происходит? Я ничего не пойму. Дениска, спрячься за меня, я тебе потом все объясню. Не надо мне ничего объяснять! Владыка Вальдемар, генератор полей у меня! Денис, как ты мог? Я же тебе поверила! Я же в тебя влюбилась! А я тебя ненавижу! Правильно! Надо ненавидеть всех этих агентов ФСВ! Меня чуть не вырвало, когда я к тебе прикасался. До их превращения осталось несколько секунд. Так, мелкая, отбеги в сторонку и жди там. Тебе еще рано такое смотреть. Давай. 5. Ксения, стирать память еще с тобой не потеряла? Нет. 4. Тогда стирай всем память и поехали в 2019 год. 3. Соня, предлагаю твоего парня здесь оставить. Это будет лучшим наказанием за то, что он с тобой сделал. Абсолютно согласна. 2. Это стиратель памяти, нужно закрыть глаза. 1. Мы же с вами сейчас на экскурсии были в весеннем лесу. Ну тогда пойдемте по домам, что ли, раз у нас этот урок закончился. Кстати, что-то он быстро прошел. Да, да, дети, давайте, пойдемте по домам. Вальдемар Юрьевич, верните мне мой телефон, пожалуйста. Так это твой? А что он у меня делает? Ну, а держи. Блин, опять эти уроды всем память стерли. Плевать, меня вылечил синий коктейль памяти, и их вылечит. Нейролизатор. Вот! Мотор.
Сеня! Господи, чувак! Ксения, стиратель времени еще с тобой? Это Павел! Скажи, нейролизатор! Смотри, как нейрон, только нейролизатор. Стиратель памяти. Стиратель памяти. Нейролизатор, скажи. Нет, это сложно. Ксения, стиратель памяти еще с тобой не потеряла? Нет. Не потеряла.